Добрый день, Евгений. Специально для вас запись, как и обещал. Магнитола Red Power Nissan Qashqai 2014 года. Установили магнитолу. Все работает замечательно. То есть навигационная система, сети гид, все подключено к интернету через Wi-Fi. Также стоит видеоплеер. Произведение великолепное. Звук хороший. Мне ваше лицо кажется таким знакомым. Точно! Также в виде телевидения на сегодня стоит пока Мегафон ТВ. Иногда даже идет воспроизведение по на движение, иногда даже воспроизводится. Вот. НТВ, пожалуйста. Вопросов, то есть все работает. Погода. Основная проблема была подключение кругового обзора. Для решения проблемы было выбрано установка дополнительной кнопки штатной. Вот она, камера кругового обзора. Принудительное включение камер работает следующим образом. Нажимаю, вот, пожалуйста, вид сверху, вид спереди, с двигающимися полосами, все работает. Второй режим переключения, вид сбоку, вид спереди, также работает заднее, вид сзади, вид сверху. Магнитола отличная, работает все очень хорошо, видеоуроки описаны замечательно на YouTube Red Power, поэтому спасибо Евгению, благодарю всех за просмотр.